Сейчас запилим небольшой сравнительный обзорчик маленьких безделушек. Фонарики налобные. Удобно для работы, например, электриков, сантехников, которые по подвалам лазают, или еще что-нибудь такое. Так, вот это я заказал сначала. По памяти у меня такой уже был. В принципе, работает хорошо. Сейчас придется батарейки достать. Из обычного фонарика. Пришел он, конечно, не без гемора. Пришлось его чуть-чуть подправить. Наверное, продавец или почта кто-то хорошенько его шандарахнул. У него, короче, на плате один контакт стал барахлить. Но одно касание паяльником, и все работает. И куда выпрыгнула? Ладно, суть какая. Вот, так, уберем светильник. Вот что он может. Тусклее, мигающий режим. Ну и теперь, чтобы камера была видна. Так, так, так и так. Вот. Но потом я подумал, посмотрев в магазинах, что у нас продаются вот такие вот модельки, там такие интересные. Это уже, считай, два в одном. Сейчас поймете почему. Сейчас открываем. Во-первых, механизм открытия мне понравился намного больше. Ничего не разваливается на две запчасти. Все остается целым. Открывается как хлебница, так сказать. Ведь... Главное камеру не сломать. Во-вторых, сравните, насколько ярче. Можете, как говорится, видео перемотать назад. Ну это жесть какая-то. Прожектор по сравнению с тем, хотя тот называется супер яркий. Вот сейчас переключен в режим такой, как там. Надо, наверное, все-таки еще три батарейки достать. Сравнительно все-таки забабахаем. Вот как бы. Видите, да? Это, напоминаю, пониженный. Это самый яркий режим. Называется «Почувствуйте разницу». Ладно. Сравнили. Но теперь следующий режим у этого фонарика. Прикрепил сзади к велосипеду или развернул на затылке наоборот, и можно на велике или еще на каком-то транспортном средстве двигаться по дороге. И уже правил не нарушаем, потому что свет красный. Далее, если быть правильным, велик должен мигать. Пожалуйста. Прикрепляем назад. И едем по дороге с мигающими красными предупреждающими фонарями. Так что... Теоретически можно два таких фонарика взять, один прикрепить спереди, вот в таком режиме. Это будет охрененно яркая фара. Второй сзади, в таком или в таком режиме. Ссылки на эти фонарики, конечно, я выложу под видео, но могу сказать, что первый стоит чуть больше 100 рублей, второй вообще даже меньше 100 рублей. Но фонарики обалденные, вы это видите. Всем пока, с вами снова был админ сайта latuha.ru. Надеюсь на подписки, лайки и все такое. Удачи всем, пока.